Здоровенько, дорогие друзья, на связи, как всегда, я Мирон, и Кей Сергей Миронов, и Кей лучший видеоблогер по Blue Crush. Ладно, это уже, конечно, слишком перебор, но да ладно. Вместе с вами сегодня мы пришли на контейнеры и будем их открывать. Это самая главная фраза данного видеоролика. Как, ребята, вы знаете, в предыдущих роликах мы не очень такие окупились. Запоминаем баланс 27,5 миллионов рублей. И все, let's fucking go. Давайте будем открывать эти гребаные контейнеры. Так, давайте. Так вот, ставим сразу же первый контейнер, у нас летит в бой, и надеюсь, это, естественно, будет окуп. Также, дорогие друзья, сразу же объявляю предыдущего победителя с предыдущего ролика на целых 5 миллионов рублей. И в этом видеоролике, как и обещал, делаю розыгрыш на 10 лямчиков для вас, ребята, все для вас, мои родные ребята. Так что участвуйте, для участия нужно подписаться на меня, поставить свой косик и написать свой комментарий. Все очень и очень просто. А ссылочка на игру будет в описании, вы сможете поиграть вместе со мной и забрать здесь свой приз. К примеру. Так, конт. И здесь у нас 4 миллиончика. Это очень мало. Это мало. Мы ушли в минус. Первого контейнера сразу же уходим в минус. Неприятная история, неприятная ситуация. Ну да ладно. Давайте откроем вот этот за 2.1. Обожаю эти контейнеры, когда они особенно окупают. Это прям вообще очень даже круто. Так, давайте сюда. Здесь у нас еще один за 2 ляма. Давайте забираем еще за 2 и 1. Вот так вот ставим. Блин, 21 бы случайно не поставить, а то будет, мягко говоря, обидненько. Еще за 2 миллиона. Окей, давайте заберем все эти контейнеры по 2.1. И будем уже отталкиваться куда-нибудь дальше. 2.1, еще один. Все, денежки у меня зарезервированы. Уже много, надо будет идти сейчас собирать, так сказать, то, что мы тут наоткрывали. Окей, окей. Вот здесь у нас что? Здесь у нас не окуп. Первый контейнер минус. Запоминаю, минус 300 тысяч. Уже минус получается 450, 300 тысяч. Ну, вообще уже много в минуса уходим. Уже много. Здесь у нас окуп, но небольшой. Небольшой, опять же, окуп. Окей. Здесь у нас что за конт? Здесь у нас одеждочка. Давайте, люблю одеждочку, особенно, когда она меня очень вкусно окупает. Так, здесь у нас не окуп. Минус 300к. И здесь у нас тоже минус, да? Да блин, давай перепрыгивай. Здесь у нас вообще много минус. Здесь у нас минус 700. Или сколько там, 600? Не помню. Не, минус 200 где-то, короче. Ну, нормально, пойдет. В принципе, пойдет. Но хотелось бы окупа. Здесь у нас тоже не окуп. Контейнеры, короче, не радуют. Не радуют меня вообще. Вообще, 910 тысяч. Бац, минус. О, 9 лямов. Без бивы мы договорились, поэтому я забираю этот конт. Let's fucking go. Идем дальше. Так, здесь у нас что? Здесь у нас... Ага. Блин, в нуле. Абсолютном нуле. Блин. 910 тысяч. Ставим сюда. И ставим сюда тоже 910 тысяч. Перебили, прикиньте, все-таки. Договорились без перебива с пацанчиками. Ну да ладно. Все бывает, так сказать. И не по одному даже разу. Так, 9, 4, 4, 4, 5, 5, 5. Вот так поставим. И думаю, в принципе, нам пока что этого хватит. Идем сюда. Здесь у нас 4, 450. Идем сюда. Здесь у нас, ага, одеждочка. Открываем, 702 тысячи. Найс. Угу. Перебил, да? Ой, зачем такой овер ставить? Ладно, я из принципа перебью, чтобы неповадно было. И идем дальше. Идем дальше, здесь еще за 900к, еще мне открылось за 900к, 700 опять, мало, очень мало, здесь тоже опять 700, блин, что-то прям вообще конкретно не везет мне. Давайте 910 тысяч, открываем, и идем дальше, это мой открывается, кстати, опять 4.5, короче, ребята, фиг пойми, почему она держит меня на одном уровне и не окупает меня. Здесь тоже минус. Капец. Ну и контейнеры. Вот это я пришел открывать, называется. Мои любимые контейнеры, блин. За 2.1 открываем. Здесь открывается. Здесь за 2.1. Давай 2.1 берем в ручки. Идем сюда. И здесь у нас опять 702к. Короче, в минус мы ушли уже приличный такой. На 4 ляма целых. На 4 ляма. Здесь у нас одежда. Давай. Блин, одежда, ты-то меня хотя бы не подводи, а? Столько вместе мы с тобой прошли, огонь, воду, медные трубы, а ты меня не можешь просто навсего чуть-чуть вообще капельку окупить, да?
Ну так не делается, некрасиво получается. Так, идем дальше. Здесь у нас... Блин, дубайчик надо бы еще один выловить. О, кстати, нормально. Это хоро... А, я перепутал. Понятно. Это А4, мне показалось, это там Ку какая-то. Эх, ребята, вот так вот и бывает, друзья, вот так вот. Так, здесь 2,7. Ну все, по всем фронтам меня начало прогонять. Это, я считаю, замечательно, конечно же. Анти-игра в казино. Ой, на контейнеры. Ребят, вот вы видите по роликам, я не всегда окупаюсь. Не всегда нужно прям топить до талого. О, 9. 9,1. А, ладно, он меня не переживал. 2,1. Ладно, откроем тогда вот это за 2,1. И погнали, что-нибудь тут еще заберем. О, моя, кстати, забыл забрать. Ну, небольшой минус. Но, опять же, это минус. Поэтому не нужно про это забывать. 2,1. Открываем. Идем дальше. Идем дальше вот сюда. И здесь у нас 4 с половой. Давай, давай откроем. Давай, была не была. Такс, за 2,1. Давайте тоже заберем. Не люблю этот контейнер. Точнее, люблю его, когда он, ну, хотя бы более-менее что-то выдает. Но по КД сыпать одно и то же, это прям уже, ну, not interesting. Не в моих интересах, ребята. Так, 4450. Здесь у нас что выпало? Опять Е60, вот, и она дропает Е60 по КД. Еще бывает то, что Х5 дропает, но... Вот опять Е60. Ну, камон! Разработчики Блэкраши, пожалуйста, сделайте что-то. О, он меня, кстати, перебивал. Поэтому имею полное право. Недостаточно? Чего? Давай быстрее. Так. 2,7. Блин. А, ну и бред. Ну и бред. Так, поставим. Недостаточно? Почему недостаточно? Это прикол какой-то, у меня больше ничего не открывается же. Чё за фигня? У меня ничего больше не открывается, почему я не могу перебить? 10, 1, 1, 1, 2, 2, 2. Ну чё тут такое, у меня больше ничего не открыто. Пипец, вот это я понимаю, блин. А, вот это у меня открыто. Ну разве это мешает? Блин, опять 4, 5, прикинь. Не, это какой-то, ну, фуфл. Так, ладно, уже не буду я его перебивать. Опу. Так, 4450. Блин, ну контейнеры вообще, конечно, славно меня слили. Прям, знаете, так добротненько, вообще хорошо. От души, я бы сказал. Да. Вот и открывай теперь, ходи контейнеры. Один раз неплохо окупит, а потом раз 5 офигенно просто сольет. То есть это нужно ожидать. Блин, у меня код... маукает. Так. 2,1. Все, побежали к тем контейнерам. Так. Идем сюда. Быстрее. Так. Забираем. И 5,6. Ну, наконец-то. Наконец-то хоть один раз меня окупило. Наконец-то. Так. Здесь у нас тоже что-то сейчас открывается. Давайте еще к этим контейнерам подбежим. Блин, помните, в какой-то серии вот это... Эти контейнеры меня прям жестко окупали. За 900к мне прям очень много раз дропнулось по 2 с чем-то миллиона. Это было топово. Прям раза 3 подряд точно. Я прям вообще в шоке тогда был. А здесь тоже окупило. Неплохо. Прям неплохо. Ждем вот эти два контейнера. Побежали, пока посмотрим, может где-то дубайчик есть. Ну так по чуть мы камбэкнули обратно хотя бы до 20 лямов. Это уже приятненько. Здесь еще одеждочка. 4450 ставим. Дальше идем. Это не я открыл. 11 миллионов? Один? Боже. А потом мне говорят, Мирон, не ломай экономику. Не ломай экономику, Мирон, пожалуйста. Ну ты ее сломаешь, и все, мы не будем здесь играть. Да. Боже, даже два раза написал. 900к, в ноль ушли, окей. А здесь 900к тоже, прикинь. То есть два контейнера, оба в ноль. Не, это жестко. Это жестко. Блин, типы сами же ломают экономику, а потом пишут, Мирон, ты фу, ломаешь сам все тут. Вот так вот. А я вообще не играю практически. Ну, на данный момент, потому что, опять же, напоминаю, у меня ремонт и времени особо нету на съемки материала.
Но материал у меня есть для крупного ролика. Вот, поэтому, ребята, ожидаем. Ожидаем, скоро все выйдет. 20 лямчиков, 20 миллиончиков, 900к, не буду больше его открывать. Надоел он мне на сегодня уже. Здесь у нас 2 ляма. Ну, давайте, вот это последний будет, который мы откроем и посмотрим, в принципе, до чего мы вообще докатились. 2 и 1. Все, пошла возня. Так, открывается вот этот у меня. 700к опять. Да, да. Да, вот этот открывается еще у меня. 1,6. Ну, вот этот уже неплохо. А, стоп, это же этот был. За 2 ляма. Это плохо. Так, идем сюда. И сейчас вот этот не открыт. Блин, вижу там дубайчик. Ну, на него сейчас поставят там миллиарды, нафиг надо. Серьезно. Совсем уже очумели такие суммы ставить. Ну, понятно. Е60 опять. Короче, ребят, вот такой вот ролик получается по контейнерам. Мы слили 7 лямов. Капец, за один заход на конты минус 7 лямов. В общем, ожидайте следующий видосик, который выйдет сегодня же. Он будет про казино, и мы туда залетим тоже вот с таким вот балансиком.